Всем привет, с вами Фрост и Снейк. Всем привет. Сегодня я буду маскироваться, а знаете почему? Потому что настал тот день, когда мы слезем с шеи картофельного магната и начнем жить самостоятельно. Мы уже в прошлой серии... В этой серии я буду опасный, ты понимаешь? Опасный. Всё, bitch, get up to way. Слышь, опасный, ты сейчас вообще будешь опасный. Такой опасный, что ты будешь безопасный просто для меня. Нет. Полностью тебя... Нейтрализуем, будешь нейтральный. Пошел. Ты попал, короче. Опасный. Я сейчас достану Бэтмена из своего шкафа, и ты узнаешь, что здесь опасный. Но! Вот это меч начал работать. Эй! Ты запомнишь этот день, когда ты улетел. Слышь, тунеядец, а ну-ка быстро вернулся, а то тебя там сейчас еще и покормят. Тварь, я... Мне же я настолько брутальный, что об меня ломаются мечи. А пошел за жопу. Ты опасный, ты такой опасный, что я просто... Ой, прям как боюсь. Слышь, носатый, не хочешь прогуляться куда-нибудь, а? Упс. Не в то время, не в том месте. А хорош, все опасно, я понял. Опасный. Дикий, дерзкий, на паблик подписался, резкий, все, отвали от меня. Ну, она с башки... Берите пример со Снейка, подписывайтесь на меня. Да хорош ломать об меня вещи! Все, знаешь, что я тебе скажу? Ну-ка, стой. Пошли домой, я тебе кое-что покажу. Мне нужна... На! Сюрприз, я насрал тебя на белый чистый ковер. Дебил. Наложил огромную кучу, еще мусор тебе, столик и стул. Присядь, посиди возле какашки, понюхай. Насладись аромат. Слышь, Бэтмена убери в шкаф. Это мой Бэтмен. Черт, ну... Все, мы не... Настал тот день, когда мы будем жить самостоятельно. И эта роза тому подтверждение. Не знаю почему, но неважно. Просто вот так вот. Вот хорошо. Теперь можем начинать самостоятельную жизнь. Правда, морковка у меня еще не взошла. А жрать-то хочется? Расставлял тут говнище всякое. Кушать хочется. А знаете, слышь? Все, мусорный бак положи на место, хотя бы столик имбовый вообще. Да о! Это самое, места мало. И чё теперь, я табурет, ну-ка пошёл отсюда, будет мой стул. А я буду на стуле, все. Меня не волнует. Когда мне быстро... А это будет мой туалет вообще, короче. Мне уже алмаз, у меня вообще... Все сломалось, все оружие, вообще ничего нет. Да нефиг было меня бить! Что ты думал, я с тобой шутки шутить буду? Опа, железо. Железо я нашел, ощемил его у печки. Опа! Что здесь делают люки на нашем доме? Что? Что здесь делают люки? А, это имбовое дизайнерское решение, так что не думай тут, это все просчитано. Для тебя это значит имбовое дизайнерское решение? А ты об его отце подумал? Что? Ну, наверное. Отвечай теперь сам перед его отцом. Все, я хочу жрать, я пойду убить коров. Это, не знаю, как это связано, я пойду жарить стейки, машрум стейки. У меня уже в кармане есть. Я пойду за грибами и... За коровами, за говядинкой. За буренками, за тёлками пойдем, короче. Да. Пошли к тёлкам. За говядинкой. Ну-ка, быстро иди сюда. Почему я работаю? Что за хрень? Потому что ты негр. А как... Где негра увидел, слышь? Я просто загорелый. Загорелый. Это просто загар. Где ты негра увидел, слышь? В зеркале ты негра по утрам видишь. Не только по утрам. Че ты тут мне загоняешь? Это все ты, негр, понял? Да нифига. Да ты вообще дерзкий, опасный негр. Не, ну дерзкий может быть, но опасный, но не негр точно. Слышь, там такая поляна Петровича снизу, они прям так и ждут, когда я к нему упаду. У меня меч вообще-то кончился. Помню, когда Бэтмен к ним попал, ох, они же задницу ему надрали. Мне нужен меч. Зачем тебе меч? Я лучше сделал кирку, потому что вот без кирки вообще тяжко. Вот, нужно... здравое решение, без кирки это... всегда тяжко. Черт! Без кирки тяжко вообще, пипец. Бэтмен, ауч. Однако, здравствуйте, где все коровы? Так, слышь, носатый, где все... Лопатку. Так. Ты чё, охренел, что ли, слышь? А ну ладно, не охренел, ладно, сейчас я... Сейчас я чуть-чуть, сейчас тебе... Сейчас тебе рыло-то разобью, то я дерзко. Будет он мне тут предъявы свои кидать. Давай, я иду к тебе где-то. Да не ты. Нет, меня барыга вынуждал собрать по 10 грибов каждого вида, чтобы я у него выторгал. Бандюки на меня напали, слышь? Они тут ничего меня не знают. Да... Я их от них отбиваю. В самом деле, вы запомните этот день, когда Фрост первый раз купил у Носатого какую-то хрень, которую он даже не воспользуется. Носатый тоже запомнит этот день. Давай, до свидания, ублюдок. Так, где они?
Машрум стейки все наверху. Сейчас за стейком пойду. Я добрался до них, фокки. Грибы, грибы, грибы. I'm Batman. Все, можно теперь и... А стейк у меня есть, кстати, вот смотри, вот смотри. Так, стоп. Король сейчас же улетит. Смотри, смотри вот на это. А, так ты сюда реально все пришел собрать. Я пришел собрать сюда... Слэш? Я лучше поломаю грибы. Слушай-ка, это забавно. Так, да, это тоже забавно. А это еще... Да, шоп тебя, блин. Нифига себе ты оборзел. Нифига себе ты дерзкий. Мясом убил тебя, понял? Вот это лайка босс. Вот так вот. Лайка босс. Ты лалка босс. Лайка босс. Мечом убил. По-мужицки вообще. Чё за бред? Грибы не выпадают. Грибы? Да, не, просто надо топором, видишь, ох, сразу грибы посыпают. Это как дубины рукой собираешь грибы. Ну кто в наше время собирает руками грибы? Топором надо по хардкору, ну что это за бред такой, а? Я слушай, топора не сделал, забыл про топор. Да это шутка, на самом деле пофиг, чем выбивать, просто топором быстрее. Вроде бы. Грибык. Я не слышал о таком, чтобы грибы топором собирали лучше. Вот гриб, быстрее в гриб, прячемся. Какой гриб? Вот в этот. Где? Мы сделаем временное убежище, ну-ка иди сюда. Иду. Знаешь, опасно. Иду, Хьюстон! Аллах Акбар! Вот же ж придурок. Ты запомнишь этот день, когда я буду жить под грибом. Ты испортил гриб, единственный, с которым можно сделать... Да тихо ты, успокойся. О, мои стейки, нет! За ВДВ, я как-то медленнее падаю. На тебе, ублюдок, на! Минус один, фак е. Просто ты гад. Минус один, минус один, фак е. Ничего не изменилось. Козёл, просто козёл. На. Да ты, Салыш? Так вот. Бурый ублюдок. Великая месть. Месть, знаешь, сказал бы, кому тебя отомстить надо, но ладно, так что быть, воздержусь. Воздержишься. Во. Чё, как сосед? Так. Слышь, сосед, ты где? Ах ты... Подземная крыса. Ага, пошел ты в Товчанский просто. На, знаешь, куда сейчас пойдешь? Ты запомнишь этот день, когда на выходе из тоннеля будет ожидать тебя сюрприз. Какой? А я выкопаю новый вход. Блин. Кирпичи на выходе тебя будут ждать. Так, я замаскировался, почему же коровы не идут? Не липнут ко мне, где они? Потому что ты не пикапи. Я переоделся, ну как-то, и у него форма соответствующая. Тоже уметь пикапить коров. Так, слушай, Хьюстон, я тут обнаружил, что это все нас на это самвали. Не, ну грибы-то надо собрать. Тут ничего нету. А как же грибы? Под землей ничего нету, нас просто обманули. Так, ты ж... Да ты козёл! Ты не мог сам вверх копаться, ты что творишь, ты ж попутал что ли вообще? Попутал, отвечал. Ну зато здесь есть... водоемчик нехороший. Ты ж ты опасный что ли, самый дерзкий, резкий. Обезьянка резкий, где? Ну короче, пора... А, так, тут что-то можем... Welcome to Waka Island и что-то. Ага, только собираете. Неинтересная нам информация. Я просто соберу все грибы. Вау, бандюганы на дереве там. Где? Они вон, видишь, на дереве? Время позвать Бэтмена. Шерва, скелес какой-то. Оу. Привет, скелет, здрасте, до свидания, спасибо. Давай заберемся на верхушку этого дерева. Да мы уже забирались. Разве? А ты еще не видишь столбы, которые ведут к небесам? А что там было наверху? Да был один чертов сундук. Там был один сундук, при помощи которого я сделал Бэтмена. Да, я просто сделаю спарту этому... Себе. Да, вот так вот. Я ему сделал спарту. Да? Непорядок. Сейчас мы разберемся, кто там кому что сделал. А, черт, Хьюстон, мы... Что? Не фартануло мне немножко. Эй. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Фух! Черт! Ладно, зато я дома в уютный теплый газоне, на который сейчас поливает дождик, поэтому я спрячусь дома. Что это было? Где? Какой-то, короче, звук. Кто-то что-то сломал. Морковка! Морковка поспела, морковка. И факел выпал. Короче, этот жирный зомби как будто что-то зафигачил. И... А, бывает такая проблема. Сейчас есть только... сломался, короче. Хардкор. Сейчас я тебе устрою хардкор. Маленький скелет. Маленький скелет? Ну, радуйся, что он небольшой. Это скелет. Я таких еще не видел, кстати.
Бум! Вау, я слышал это. Что за, блин, бабахи там мне устраивают, а? Не знаю. Это ты, что ли, бомбанул? Я не, 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 тихо, полегче, полегче. Что за приколы такие? Из-за этого тупого дождя подлагивает вообще. Дерьмовый дождь. Отсюда, кстати, отличный вид. Да, наш... Аллах Акбар! Уходим, уходим, уходим. А, где выход? А, выход! Мой выход был! Где он? Кослин! Я был жив, цел здесь. Я на месте, все, правда, дерево немного пострадало, но главное не я. Ну, питощ, вообще, просто вот... Ну, просто нужно его остановить. Какая же у нас уютная хата эта. Яблочко! Черт. Да, я, кстати, немного оборудовал... У нас здесь яблоки есть, тихо, яблоко. Ну, совсем немало. А, оно здесь. И наконец-то, все, я собираю алмаз. А я, о, what the fuck, это был сенсей-скелет? Или мне показалось? У нас в подвале можно... Все, стоп, нужно избавиться от дождя, ну его нафиг. Нам срочно нужно барашки, а все барашки ушли на ковер. Нехорошо, нам спать негде. Ты как в туалете, тебя вообще ужасно... Сейчас перезвоним. Тихо. Что у тебя там случилось? Ты знаешь, кого я нашел? Кого? Я нашел свою будущую кровать. Да я уже понял. Нет, 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 ты не понял. Мне нужны ножницы, хватит тут к носатому подлизываться, нет у него ножниц. А, я хотел тебе телепортироваться, да. Зачем мне телепортироваться? Я дома. Я пришел за всем железом. Где железо, ё-моё? Оно железо у меня в руке, где железо? Где железо? Черт, и одно золото потрачено, есть. Потрачено, понял. О, слушай. Потрачено, знаешь, потрачено. Сейчас тебе так напотрачу, вот тебя потратил. У меня есть труда, тебе. Давай сюда, быстро, жарь ее. Я жарю ее. Понял. Ну, да ты вот... убери свое говно! Это не говно. Это говно, а? Это искусство. Говно, а? Это серьезно, это почти раритетная вещь. Слышь, дай сюда железо. Есть, давай. Ну-ка, давай волшебное. Дай сюда железо. Быстро, пока я вторую кучу тебе не положил. Волшебное. Вполне волшебное будет. Волшебная куча с волшебным запахом. Любой Гарри тебе позавидует. Нам нужна это, кровать. Нам нужны нежные бараньи шерсть. Нижний барашек шерсть. Где барашек шерсть? Мэ, иди сюда. Так что ж ты барану на краю... Сожрал траву на краю. Может, это самое... А, да, фак, я поймал. Слушай, дай он пожрет еще... Прохнулся, да. Слушай, реально, мне на целую кровать хватит. Три штуки, а ты спать будешь на коврике. Деревянном, жестком, неуютном коврике. У меня весь пол из шерсти сделан. Неприятный сюрприз. Заметил? Пол из шерсти. И что теперь? Скажи спасибо барашкам. О, блин, у нас 19 шерсти лежит. И еще 5 серой. И что, я что-то как-то забыл. У нас целая куча шерсти, так что барашек пошел в жопу. Слушай, он реально какой-то вообще нет самого... Барашек, иди нафиг, ты вообще не имбовый, пошел отсюда. О, ты слышишь, ты первый сейчас выйдешь отсюда, будешь еще там такие звуки издавать. Я буду спать у окна, а то жарко нынче. Нынче ты будешь в подвале спать. Вообще охренел. В подвале ты будешь спать. Так, стоп. Мне срочно нужно продлить ферму. Дизайн, ты понимаешь, я ее в сундук положил. Слышь? Убирай отсюда. Охренел, что ли? Вот так вот. Я козёл. Украл, понял? Законно украл. Чё ты украл? Ничего я не украл, ты украл. Слушай, когда будем урожай собирать? Кто мне обещал сегодня меня накормить уже, а? Кто тебе обещал накормить? Я уже собрал две морковки, мне хорошо. Давай. Чё, охренел, что ли? Тихо, разбушевался. Я сейчас буду продлевать свою ферму. Я буду распространять влияние своей фермы. Ещё на две клетки. Мы должны собрать хлеб. Вот да это ладно, тебе хлеб. Вот морковка это другое дело. Морковь это да, это знатная вещь. Хлеб так, для голодранцев. Вообще. О, а у меня, кстати, две жареных. Мне хватит на одну буханку, а ты будешь жрать кости. Две жареных свинины и один стейк. Эх, козел. А у меня три стейка. Так, три. Вот это что? Машрум. Есть давай, тоже машрум стейк надо сделать. Но жаль, здесь такого нету, но я могу сделать буханку. Иди что? Сюда. Куда? Вот, есть у меня костная мука. Что вырастет? Вот эту вот морковку? Морковь, она больше ее. Она круче. Вот одна морковка. Морковка имбовия. Можно, кстати, наделать супов. Машрум супов. Да ну нафиг эти супы. Кому кто сейчас в наше время ест суп? Так, еще две клетки. Круто. Я хочу арбузики. Нужно срочно найти арбузик. У нас катастрофа с деревом. Мало дерева вообще. А это декоративное его... Вон, здоровое дерево. Вот, пили не хочу. Туда только. Иди пили. Нет. Что, застал, что ли? Делать-то, ёпта, выключай. Мы сейчас пойдем куда-нибудь. Как только я сделаю себе стейки, мы сразу пойдем. Хьюстон. Хьюстон, у меня есть... Ты хочешь жрать?
Хочу, понимаешь? Ах ты, нет, иди я... покушай. А, подожди, у меня же есть. У меня же, смотри, 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 что у меня есть. Что у тебя есть? Давай сюда быстро! Удачной тебе дороги, ублюдок. Нет, подожди. Ох, нифига себе, что за пора? Чёрт! А ты поешь картошку. Конечно, а пошел ты. Подожди, у меня, если что, не агрись. У меня есть две свинины, я тебе дам. Я не буду агриться, я обещаю. Подожди, 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 стой. Вот, я стою. На, вот. У меня есть три стейка. Подкормка. А тебе привет от Бэтмена. Отлично. Привет от Бэтмена. Это Бэтмен мобиль. Чёрт сделал, да какой-то Пен. Ё-моё. Вот так вот. Слышь. Зачем так балуешь, а? На тебе по башке, я тебя еще и добил. Нет, да. Ты не добил. Нет, это уже другая история. Я хотел... В общем, все, мы ради процветания нашей фермы, мы отправляемся вот туда. Нет, нет, туда, не туда. Мы отправимся за кактусом, который сейчас не прогрузился. Брутальная ферма. Очень Негр, негр, давай. Ворк, это воркаут, это воркаут. Это воркаут, это... Картошка. Это хардкор. Кусок. Вообще, блин, наглости. Кусок. Понимаешь? Наглости. Ты бесполезное, слабое звено нашей команды. Ну, конечно, да. А команда. Что с такими делают? Вышвыривают нахрен отсюда сразу же. Вот так вот, короче. What the fuck? What the fuck? Он пустой! Что за хрень? Какого хрена хоть кактус он пустой? Заберу. Да, я забрал кактус. Да, и сундук заберу. Что за хрень? Что за приколы подожди, такие? Ладно, у нас нету стекла, поэтому нам придется скопать. Все скопать, да, отлично, отлично. Все скопаем, конечно, все скопаем. Какой-то тральный остров, во-первых, дыры в этом. Такая... Да ты косёл! Я здесь ни при чем. Да что я ты такой, мягкий, а? Добрый и вы пушистый. Ладно, и я заглючил. Ты не бьешься еще. Я не бьюсь, а ты улетишь. Нет. Лишь надо собрать песочек, а мы уже слили целую кучу песочка. Пошел отсюда. Черт, я застрял. Да какого хрена ты-то падаешь? Потому что я упал. Нет, ты упадешь первый. Ну ты что, опять возвращаться на этот поганый остров? Да нет, просто так. Засранец, все из-за тебя сейчас возьмут эту силу земли и используют ее по назначению. Сраным топором, блин, уже. Который... Да, при чем тут мой топор? Это меч. Хардкорно. Какой меч? Сюрприз. Посмотри наверх. Да иди в жопу, блин. Да посмотри наверх. Сок. Не надо. Ну что, еще говно какое-то лежит. Говно, да. Да это... Миша, это подставка для старинных часов. Это она знаешь, сколько стоит? Сколько? Знаешь, каких бешеных ресурсов она стоит? Сколько? Я потратил на нее 4 доски. 5 даже ее. 5 досок. Ты представляешь? Это молодец, да, представляю. 5 досок целых. Не половинчатых, не полублоков. Че ты подавно тут скапаешь? Дерзкий что ли сам? Нет, нет, не надо, все, успокойся. Скапает он подо мной, да? Скапывает. Песочек. Да. Песочек. Ну ладно, хотя у нас теперь, может быть, будут. Хотя со стеклами это для нубов, ты понимаешь? У нас и так офигенный домик. Стекла для неудачников, да, ну ладно. Ну хотя бы будет песочек. Песочницу себе сделаем. Да, может кактус посадим, еще что-нибудь посадим. Ну ладно, я думаю, может хватит песка. Конечно, хватит. Реально много накопали уже. Пора уже... Смотрите, какой закат. Это клево будет на него. Кто там на... Кто мою ферму топчет? Кто пришел топтать мою ферму? Кто сейчас огребет? Это бомжара, блин! Бомжара! Пошел отсюда! Там крипер, мини-крипер, надо закрывать проходы. Ты че, ты оставил? Закрывать дверь на остров. По расписанию. Да, открывать ход. Да всем вход бесплатный, а выход уже по расписанию и дорогой. Да блин, что такое, нафига? Сюрприз, нифига себе! Сюрприз! Я ж не ожидал такого! Блин, значит скример какой-то сраный этот заспаунился. А я его не видел, мне мало. Мне нормально, понимаешь, мне нормально. Ну ладно, думаю, сейчас уже идти на какой-то следующий остров уже. Слишком поздно, а вот пойти в следующей серии будет совершенно шикарно. Поэтому на этом мы с вами уже будем заканчивать. С вами был Фрост. Кстати, у нас так и не получилось найти нормальных коров. Мы нашли 2 или 3 где-то. На две рожи нашли 2-3 буренки. Но это мало-мало. Давайте на этом будем заканчивать. С вами был Фрост, а также Снэк. Не забывайте подписываться, а также ставить лайки. Нас это очень радует. Ну и можете писать свои комментарии. Всем удачи и всем пока. Всем пока.